дальше аккуратненько. Дмитрий на первом шаге обыграл здорово Карвел Андерсона. В левую руку Стубеда добавляет сверху. Результативная игра. Стубеда, вручение для Мотовилова. Григорий абсолютно не стушевался. Ливанчанин покрупнее, пожалуй, чем Карвел Андерсон. 13 номер против 31-го. Чебашек со скидки серба забивает трешку. Из Елисея по количеству точных дальних попаданий. Яков Чебашек тоже признанный снайпер. Вторую. Карвел Андерсон в быстром переходе мимо цели. Мяч в руках Мотовилова. Заброс под кольцо на Микульского. И легкие два. Мотовилов против него Щербак. После смены Григорий. Скидка на Сикушенко. Артем за метр до дуги. От чита попадает. Убрал она побыстрее. Он, пожалуй, чем американец. Довели до открытого дуду. Бенджамин Павел первую свою трешку. Победа. Просит мяч против Карвел Андерсона, более миниатюрного. В итоге нашли Дуду одного на периметре. Бенджамин Павел! Был мяч в центральную линию. Как же он чувствует это? Мотовилов. Скидка на Стубеду. Вадим легчайший. Два очка. Передача на Гаврилова. Дмитрий даже на консоль не смотрит. Вручение для Пушицы. Скидка дальше. Карвел на равенство. Мимо. И мяч в руках Бенджамина Павла. Дуду Минск одерживает свою первую победу в этом сезоне Лиги ВТБ.